Кубок ФИБА – второй по значимости клубный баскетбольный турнир Европы. От выхода в полуфинал команду «Спарта НК» отделяет победа над клубом «Бурж Баскет» из Франции, с которой видновчанки играют уже второй раз. В прошлом сражении наши баскетболистки проиграли французской команде. От этой игры ждали только победы, поэтому подготовка проходила намного серьезнее, чем обычно. Это серьезный соперник, один из самых серьезных, наверное, за последние несколько лет. Были сделаны выводы. Я думаю, что ключевыми все-таки были 2-3 наши именно ошибки. Если нам сегодня удастся избежать, и именно каждый улучшит свою игру на своей позиции, то мы можем выиграть. Чтобы попасть в четверку лучших команд Еврокубка, спартанкам необходимо было победить с разницей минимум в 11 очков. Предугадать результат игры до последнего момента было невозможно. Но преданные болельщики «Спарта НК» не сомневались в успехе. Как считаешь, кто победит? Наша команда. Мы верим в победу. Мы верим в команду. Болеть за наши. Думаю, наши выиграют. «Спартак». К сожалению, поддержка фанатов не помогла победить гораздо более опытного соперника. Несмотря на отчаянное сражение, наши девчонки уступили француженкам со счетом 62-63. Но впереди финальная часть чемпионата России. Теперь все усилия будут направлены на подготовку к этим играм. Александр Шишов, Ия Адамия, Елена Кошелева, Видное ТВ.